Всем привет. Смотрите, короче, ну я приехал в Москву, только что вот зашел в комнату, и вот у меня мамка угощает, короче, холодцом. Она сварила холодец. Вот такой вот холодец. Смотрите, какой красивый. Какая красота. Великолепная красота. И, в общем, сейчас я буду кушать, друзья. С дороги буду кушать холодец. Вот. Вам, короче, приятного аппетита. Ну, клево, вкусно. Это из чего мы? Из петуха, да? Сутки. Из утки, да? Ну, такой вот. Домашний. Прям такой вот именно вот. Сам вот этот бульон, который вот застывший. А бульона получилось много. Да? Даже там он, крошки было, но я потом его высыпала. Вкусно. Друзья, в Москву я приехал, короче, в 15 минут шестого. Еще ждал, когда метро откроется. Вот, ехал у меня. Место было боковушка нижняя. Конечно, на боковушке неудобно так вообще. Ну, слава богу, все нормально доехал. Да, вообще классный. Вкуснее вот этот такой холодец, чем свиной. Сам бульон вкуснее. Легче. Да, и вкуснее, по вкусу совсем это. Так что, друзья, все, я уже в Москве. Буду вам видосики из Москвы записывать. Рано приезжаешь, полседьмого ты уже дома. Полшестого, какие полседьмого? Сейчас полшестого. Да. Седьмого, блин. Полседьмого, да. Как полшестого Ну открывается да. метро. А, ну да, полседьмого. А я думаю, ничего не понимаю. Полшестого открывается метро, еще минут 20 я ждал, пока первый поезд придет. Ну, так всегда. Никто не приходит. Ну, курочка первая. Ну, теплее там, вообще-то. Ну да, потеплее, тут у вас похолоднее. Ну, я вот 1 октября ездил с отцом на шашлыки, и было вообще тепло. Я в свитере в Сказали, одном что там был. вторая половина октября уже будет снег. Дождь со снегом и так. Ну, и я уже в ботиночках зимних. Ага, куртка здесь зимняя. Шапки тоже. Шапки здесь. Свитера тоже. Да, шапки здесь. Да, шапки, шарфы. Мне Ира провожала. Не передала ничего мне. Сказала, посмотри на кофту мою. Мне она с Настей это провожала.
Настя такая смешная. Смешная, что говорила Настя. Она сказала, когда бабушка приедет, чтобы со мной погуляла. Я говорю, поехали со мной в Москву. Нет. Нет? И с мамой лучше. Она жалуется, что Славик ее обзывает. Её? Да, говорит, ее и маму, говорит. Тоже дебил какой-то ребенок, такой маленький, блин, он обзывает ребенком. И, короче, они меня провели прям. Ира меня сфоткала, когда я уже в вагоне был. Раньше лучше было. Он отправлялся в 19:30. Ну да. И ты приезжаешь, уже все, метро открыто, поезда ходят, не надо ничего ждать. Да, сейчас сидишь. Ну хотя приезжаешь домой в то же самое время, как бы. Ну, то, что стоишь, ждешь, но из метро народ собирается. Особенно сейчас. Да, это пандемия. Блин, интересно посмотреть прямую трансляцию. Сегодня выбираешь по первому каналу. Мне на работе телевизор не показывает первый канал. Синоптичники показывают, а не показывают. Антенна, если была хорошая. Представь, как она сейчас волнуется, да? Ну, не знаю. Ну да, вообще. Ну, их же там отбирали много, они говорят, что они тогда не волновались. А уже перед стартом бы, конечно, волновались. Перед стартом уже страшно. Ну, это ж надо было пройти все это, чтобы состояние здоровья, все, чтобы было нормально. Все анализы, все эти. Ну да, ну там еще психика какая должна быть. Психика, все. Лишь бы все хорошо было. Это сейчас только это самое, что... Ну да. Так она через Может, я 13 посмотрю прямую дней. трансляцию, и после прямой трансляции туда приду к тебе. Она после первого это. Она же раньше вернется, а они останутся. Она 12 дней только будет. А они сколько будут? А они, наверное, еще останутся. Да? По-моему, так. Может, я что-то путаю. Ну, вроде бы так. Где-то я это слышала. А там кто-то сейчас же есть. В космосе. Уже долго.
Люди поедут жить туда. На другую планету. Что, такая же планета, как Земля. Там свои, конечно, это климатические нормы. Такой планеты, как Земля, нету. Нет, ну, я имею в виду, естественно, там все обустраивать, там все это делать. Если есть вода, есть кислород. Так вот, нет планет с кислородом и с водой. Даже вот на Марс они хотят отправить экспедицию там в каком-то году. Там же нет ни кислорода, ни воды. Ну, сейчас же все делается. Придумаю что-нибудь. Я бы никогда в космос не полетел. Протянут канал. Страшно. С Земли в космос. Если тебе сказали, все, вот Земля, это погибает, там будет какая-то катаклизма, надо лететь туда. И что бы ты сказал? Я бы здесь остался все равно. И умер здесь. Ну что? Или там жить. Зато на родной земле. Скажет, вот все сгорит. И будешь сидеть гореть. Ну, в космос я бы не полетел. Тебе так кажется. Еще быстро так собрался. На ту корабль сейчас оттуда летаю. А ты бы полетела? Не знаю. Ну, я бы нет. Не знаю. А уже отбирают, говорят, первых этих колонизаторов на этот, на Марс. Но в каком-то году полетит этот корабль на Марс. И что, колонии колонизаторов? Да, говорят, уже людей отбирают. Это сколько денег стоит? Блин, глянь, я всю тарелку это холодца. Давно не ел холодец. Недавно ел. Когда? Ну, он снимал ролик. А, ну он же не такой же, как у тебя. Ну нет, не такой же, жиром как-то он там такой. Съемки. Так что, друзья, все, я в Москве. Сейчас приму душ, посмотрю старт и пойду на работу. Сегодня же старт ракеты, друзья. Актриса летит в космос. Родственники их будут провожать, но только через стекло. Да. Там детям, муж, да? А прикинь, в последний момент сказать там, все, я не хочу, я передумал. У меня истерика началась. Да, ну вот эти утки со Ставрополя, да, которые ты покупала, или нет, это другие. А эти откуда? Саратова. Саратова? Да. Ну, жирные.
разобраться с этим. Сиди. Уходить надо. А тебе к скольки на работу? К 7. Ты так же ходишь, как тогда, к 7, да? Да. Так же. Вкусный холодец, друзья, вообще по пятибалльной шкале на пятерочку. Все, друзья, всю тарелку холодца съел, смотрите. В общем, друзья, спасибо вам за просмотр. Счастья вам, здоровья, удачи и всего самого наилучшего. Все, друзья, всем счастливо, всем пока и до новых встреч. Увидимся. Всем пока.